В эту субботу, 3 июня, в Центральном парке «Динамо», рядом с Зеленым театром, на асфальтированной дорожке, на моего ребенка упал кусок дерева. Этот кусок дерева, он был величиной с дерева. Ребенок, так сказать, слава Богу, ребенок пострадал, ну, можно сказать, жизни ее ничего не угрожает на данный момент, потому что удар основной пришелся на плечо, и при падении она очень сильно стукнулась головой об асфальт. Вот. Рядом с нами находилось еще двое детишек, но никто не пострадал, кроме моего ребенка. Погода была, ну, может быть, был незначительный какой-то порыв ветра. Вот в этом месте все случилось. Вот. Там еще такая же висит, вон, видишь? Я обратилась в полицию с заявлением о том, что считаю, что наша администрация Центрального парка виновата в том, что случилось с моим ребенком, потому что халатно относится к своим обязанностям по отношению к опиловке лесопарковой зоны. Мы живем в Березовой роще недалеко от парка, и у нас, ну, каждая вторая ветка, она является потенциальным убийцей или источником каких-то там, я не знаю, травм, как минимум, для человека. Вот, смотрите, дерево сухое торчит. Вот еще сухое дерево. А сколько это просто, вот я стою на одном месте, да, и вот раз сухое дерево, два сухое дерево.